В Ясамальском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбия Лахвердиева в среду 9 июня прошел судебный процесс по уголовному делу в отношении армянских боевиков Мкрчана Людвига Мкртычевича и Хасравяна Алеши Арамаисовича. В ходе процесса прокурор огласил обвинительное заключение, в котором подчеркнул, что Людвиг Мкрчан пытал азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны. Он также сообщил, что оба обвиняемых участвовали в операциях против азербайджанской армии. Кроме того, они осуществляли шпионскую деятельность, передавая в Армению сведения о передвижении и перемещении войск Азербайджанской республики и другую информацию, составляющую государственную тайну. Мкрчан и Хасравян свою причастность к пыткам азербайджанцев отрицали. «Я не бил и не пытал ни одного из пленных, и поэтому не согласен с выдвинутыми мне обвинениями», заявил Мкрчан. В свою очередь, Хасравян также отрекся от обвинений. «Я считаю себя виновным лишь в незаконном пересечении границ Азербайджанской республики, однако 12 потерпевших по делу считают иначе. Отметим, что следствием установлено, что гражданин Армении Людвиг Мкрчан 1969 года рождения совместно с вооруженными группировками из Армении и сепаратистами Карабаха пытал гражданина Азербайджана, захваченного в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживавшегося около 17 суток в лесу Баллыджа недалеко от Хаджалы. Кроме того, он истязал во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного азербайджанского жителя, взятого в заложники армянскими бандформированиями 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагойонлу Гирабойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживавшегося в одной из воинских частей и выполнял при этом функции переводчика. Мкрчан участвовал в избиении и пытках 11 граждан Азербайджана, взятых в плен в различное время и незаконно удерживавшихся на территории Ходжавенского и Агдаринского районов в Шушинской тюрьме и городе Ереване, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны Азербайджана. Мкрчан был задержан 20 октября 2020 года военнослужащими вооруженных сил Азербайджана на территории села Меликжане Физулинского района. В ходе следствия также был выявлен сообщник Мкрчана, гражданин Армении Алеша Хасравян 1967 года рождения. Последний причастен к пыткам находившихся в плену 5 азербайджанцев, жестокому и бесчеловечному обращению с ними. В частности, Хасравян зверски издевался над военнослужащим воинской части Минобороны Азербайджанской Республики, который был захвачен в плен в апреле 1994 года и во время незаконного удержания последнего по страже в селе Мысмина. Акбулак Ходжавенского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны сепаратистов Самвела Бабаяна, нанес пленному различные травмы. Также Хасравян систематически избивал и держал впроголодь солдат одной из воинских частей Минобороны Азербайджанской Республики, плененных армянами в 1993-1994 годах и содержавшихся под стражей в Шушинской тюрьме. Напомним, что Генеральная прокуратура Азербайджана ранее заявила, что в соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, виновные в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности будут выявлены и привлечены к ответственности независимо от времени совершения преступных деяний.